А вось такие помники природы мясцовых значения з'явились у столицы. Гоноровый статус надали древам, яким больше за 100 годов. Это и дубово-липовый парк для Белой дачи у микрорайоне Курасовщина, липы у Александровском скверы, а так само одинковые сосны, клены и нават тополи. На думку специалистов, таких древ у столицы значно больше. Зараз над их пошуком працует специальная комиссия. Распрацовываются и певные рекомендации по догляде за такими живыми помниками. Мы можем помочь им продолжать жить, проведя несложные мероприятия. Это по обработке этих ран антисептиками, за замазыванием, за краской, чтобы древесина в дальнейшем дальше не разрушалась. Работы определенно провести с дуплами. Это тоже несложно, потому что главное в дуплах – это то, чтобы в них не попадали атмосферные осадки и не происходило гниение древесины. Самый старый дуб столицы находится у микрорайоне Курасовщина, побач с чыгункой. А, до прикладу, вековые сосны растут у парку имя Горкаха.